садик и капу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это аэропорт. А это красный робот, который сел в вертолет и собирается взлетать. Винты вращаются. Поднимайся! Вертолет взлетел очень высоко. Сверху здания аэропорта кажутся маленькими-прималенькими. А вот и остальные роботы. Здравствуйте! Что вы собираетесь делать? А, понятно. Устраивать гонки. Каждый робот хочет выиграть. Вперед! Здравствуй, Капу. Привет! Я с вами! Экскаватор тоже хочет участвовать в гонках. Он быстро-быстро гонится за машинками. Догоняй! Роботы, машинки, вертолету пора садиться. А вы устроили гонки прямо на полянке, с которой он взлетал. Что это с ним? Он не может приземлиться. Капу, роботы, посмотрите вверх. Надо освободить площадку. Сюда вертолет должен приземлиться. Это будет непросто. Срочно строим новую вертолетную площадку. Держись, красный робот. Скоро все будет готово. Строить будем здесь. Капу подготовит место для фундамента. Я пока привезу детали. Выгружай, Лёва. Поставим большую круглую платформу на фундамент. Пандус. Красные бортики. Желтая рама для ламп и фонарей. Металлические ограждения. Арка для светофора и сам светофор. Лампы, чтобы пилот вертолета видел, куда садиться. Ой! Ламп целых 6. Ветроуказатель. Здравствуй, Лея! Привет! Что вы тут делаете? Площадку для вертолета. Чего-то не хватает. Да все нормально. Вертолет снижается. Разметка! Подождите, роботы! Нужна краска. У грузовичков есть синяя, желтая, зеленая, красная и белая. Нужна желтая и белая. Так, еще немного. Готово!
На вертолетной площадке машинки написали английскую букву H. На букву H начинается слово helicopter – вертолет. Стойте! Роботы, на светофоре красный. Пока винты на вертолете не остановятся, заходить на площадку нельзя. Винты остановились. Загорелся зеленый. Как ты, красный робот? Ты наш герой. Хочешь, устроим гонки? Не хочет. Машинки очень довольны. Теперь вертолетам есть куда приземляться. Отличная площадка! Да, нужная! И очень красивая! А что задумали роботы? Опять гонки! Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать, колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Машинки играют с формочками для песка. Капу, песок, пожалуйста. В формочке нужно насыпать песок, перевернуть и постучать. Что у тебя получилось, Капу? Самолет. И мне песок, пожалуйста. Лея тоже хочет сделать куличик. Оп. Смотри, в песке ракушка. Ого! Дай посмотреть. Эй, я первая увидела. Это я откопал. Капу, куда ты поехал? Так делать нехорошо. Вы можете поиграть в ракушку вместе. Лея гонится за Капу. Ой, ракушка укатилась. Подождите, надо ее послушать. Слышите? Похоже на звук моря. Ага. Да! Капу и машинки поехали на берег моря. Видите, что там вдали? Да, это остров. На нем растут деревья, много разноцветных камней и ракушек. Ого, ракушки, сокровища. До острова плавает лодка. Подводная лодка. Вот, катер. Нам нужно что-то побольше, чтобы все уместились. Паром? Паром! Паром! Машинки соберут паром, доплывут на нем до острова и будут собирать сокровища. А грузик собирает игрушки и формочки для песка. Ой, кажется, все собрал. Лёва, ты привез детали парома? Да. Разгружай кузов. Это корпус парома. Два больших тяжелых якоря. Винты. Лифт на верхнюю палубу. На верхней палубе будет капитанский мостик. Двери с окошками и иллюминаторами. Выхлопные трубы и антенна. Ограждение, чтобы не упасть за борт.
Капитанский штурвал. Паром готов. Спускаем его на воду. Машинки, заезжайте. Роботы не могут поделить капитанскую фуражку. Капитаном будет Лёва. Все на борт! Смотри, у Леи в кузове так много игрушек. Машинки заехали на паром и ждут отправления. Запускай двигатель, робот. Винты начали вращаться. Ой, нет, Лаки упал. Что делать? Сейчас достану. Это же любимый зайка Леи. Стоп. Кидай ему спасательный круг. Спасательного круга нет. Спасите! Роботы пытаются поймать игрушечного зайчика. Еще вас спасать не хватало. Оп. Держи своего зайку. Молодец, Капу. Ты спас Лаки. Без спасательных кругов отправляться нельзя. Как можно забыть про спасательные круги? Да. Поищем круг здесь. Этот подойдет? Нет. А этот совсем игрушечный. Нашли! Один, два, три. Спасательный круг на месте. Можно плыть. Полный вперед! Паром плывет к острову. Опустить якорь! Ура! Доплыли! Как много ракушек! Всем хватит! Лея, смотри! Сокровища! Сокровище! Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Машинки и роботы проводят день на ферме. Посмотрим, что они делают. Капу играет с лошадками. Лошадки, угощайтесь! Роботы устроили гонки на поле. Каждый хочет выиграть. Ок на трамплине. Как быстро едут машинки. Разворот. Бабах! Авария. Синяя машинка влетела в рулон с сеном. Не смейтесь, пожалуйста. Лёва, Лея и Грузик играют в футбол. Ой, мяч попал в телескоп. Посмотрим на звезды, когда стемнеет. Я не могу. Утром рано вставать, а еще домой ехать. А если на ферме остаться ночевать? Роботам понравилось это предложение.
О! А что? Отличная идея! Давайте построим домик на ферме! Для нас всех! Да! Но сначала подкрепиться! Чтобы построить дом, нужно хорошо подготовиться. Так много деталей! Дом будет большой! Чтобы все поместились! Машинки начали устанавливать детали. Тяжело. Но всем очень хочется переночевать на ферме. Роботы тоже помогают строить дом. Это вход. Над каждым въездом арка. В новом доме будет много разных окон. Эти длинные. Это прямоугольное. А это круглое. Удивительно! Робот ничего не разбил. Двери на месте. Пандус, кресло. И кухню не забудьте! Роботы убежали за кухней. Пока их нет, работа не заканчивается. Красный робот, оператор подъемного крана, достраивает крышу. Вверх, вниз. Каждая деталь должна быть на своем месте. Двери на втором этаже. Крыша. Крепление для стеклянного навеса. Не переживай, Лея, крепление выдержит. И балкончик для телескопа. И балкончик для телескопа с красивой зеленой оградой. Балкончик, а как туда залезть? Почему робот смеется? Ой, он поднимает капу крюком на стреле автокрана. А вниз? Лифт нужен. Или пандус. Грузовички поехали за пандусом. Капу с нетерпением их ждет. Лея, Лёва, выбирайте! Где пандус для вашего домика? Вот он! Поехали спасать капу! Лея, смотри, как красиво! Машинки, поторопитесь! Капу вас очень ждет. Ему надоело ездить по балкону. Пандус на месте. Спускайся, экскаватор. Стой! Я тебе сейчас таких печенек напеку! Не злись, Капу. Робот пошутил. Грузик принес на балкон телескоп. Домик готов. Пижамная вечеринка! Спокойной ночи, машинки.
Пузик и Капу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это машинки на радиоуправлении. Ой, как неаккуратно они едут по дороге. Что происходит? Бабах! Одна машинка врезалась в дерево и перевернулась. Капу, это ты играешь? Игрушечные машинки не должны ездить по настоящей дороге. Кажется, Лёва что-то придумал. Лёва, ты куда? Что ты здесь построишь, Лёва? Гоночную трассу. Трассу? Гоночную? Отличная идея! На гоночной трассе играть безопасно. Машинки там никому не помешают. Выгружай детали, Лёва. Капу копает траншею. Уложим в нее детали трассы. Круглые черные покрышки – это старые шины. Они нужны, чтобы сделать ограждение. Оп! А вот кисточки и краска. На трассе должна быть разметка. За работу, роботы! Разметка готова. Ой, робот испачкался. Похоже на план трассы, Лёва. Нам не хватает покрышек. Грузик, у тебя остались шины? Пусто. Нужны покрышки. Едем искать. Не шалите тут. Машинки приехали на свалку старых автомобилей. Здесь очень много испорченных шин. Оп. Грузик тоже ищет шины. Нашел? Осторожнее, грузик! Ой! Смотри, розовая машинка. Интересно, кто это? Капу, Лёва, вы нашли покрышки? Одну. Нужно еще. Вот еще покрышки. Но можно ли их брать? Надо спросить разрешения. Но у кого? Тут никого нет. А вот и есть! А, это же розовая машинка. Отдай! Это мое! Привет! Я Лёва. А я Лея. Можно взять покрышки? Нельзя! Это для домика. Капу, Грузик и Лёва очень расстроились. Они уезжают. Надо срочно что-то придумать, чтобы всем было весело.
поехали с нами. А потом построим домик. Здорово! Лея будет строить гоночную трассу вместе с машинками. Играть вместе всегда веселее. Лёва и Лея расставляют покрышки. А Грузик привез конусы. Трасса готова. Можно запускать гоночные машинки. Один пульт у Капу, один у Грузика. Лея тоже хочет попробовать. Держи пульт, Лея. Лёва с тобой делится. Вперед! Гонка начинается! Всем очень нравится играть в гоночные автомобили. Финиш! Приехали! Теперь можно собрать покрышки и помочь Лее построить домик. Поехали на стройку! Подождите меня! Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. На ферме у машинок выросли полезные овощи. Пора собирать урожай. Роботы, не балуйтесь. Грузик везет ящики. Уже еду. Нет, робот, это не мячик. Ой! Погрузчик Грузик привез ящики для овощей. Соберем морковь и свеклу и капусту. Капуста, свекла и морковь. Грузик, роботы устали. Да, сами мы не справимся. Нужна помощь. Грузик прав. Чтобы собрать большой урожай, нужно привезти на ферму комбайн. У кого он может быть? У Лёвы. Эту деталь снимаем. Лёва! Уже еду. Лёва везет в кузове деталь, которую нужно присоединить к комбайну. Это жатка. Такой жаткой машина будет вытаскивать овощи из земли. Привет! Лёва и Лея собрали комбайн. Поехали на ферму! Красный робот будет управлять большой машиной. Осторожно, впереди тоннель. Ой. Ой! Вы что, застряли? Что же делать? Робот что-то придумал? Он жмет на педаль газа. Стой! Комбайн слишком большой. Привет, нужна помощь. Привет, Капу.
Тоннель слишком узкий. Комбайн не может проехать. Я его быстро расширю. Капух хочет раскопать тоннель своим ковшом. Стой! Тоннель очень длинный. Тебе копать неделю, не меньше. Давайте сначала вытянем комбайн. Капу тянет изо всех сил. Грузик тоже. Лея, толкай! Толкаю! Ура! Комбайн достали. Но как же отвезти его на ферму? Ой! Придумал! Надо разобрать большой комбайн на маленькие детали и провести детали через тоннель. Фары. Стекла. Лёва разбирает комбайн как конструктор. Обычно ты собираешь машинки. Лёва, а у тебя точно получится? Конечно, получится. Скорее, берем детали. Все детали нужно отвезти на ферму. Лея и Лёва везут их в кузовах. Грузик толкает корпус комбайна вилами. Робот взял фары. Капу – трубу. Ура! Фиолетовый робот увидел друзей. Все детали на месте. Можно снова их соединять. Фары, руль и сиденье, стекла, колеса, жатка, труба. Кажется, получилось. За работу! Комбайн едет собирать овощи. Лёва, ты готов? Ага. Поехали! Морковка росла на грядке, а теперь она у Лёвы в кузове. Кузов полный. Ура! А теперь я. Лея в кузов, будем собирать свеклу. Ничего себе! Целая гора овощей. И еще одна. Морковь, свекла и капуста. Много! Урожай собрали, поехали играть. Отличная идея, Капу. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок, Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок, Лёва. Это домик экскаватора Капу. Интересно, чем занят Капу вечером? Слышишь? Кто-то здесь шуршит. Кто здесь? Капу, ты испугался? В коробках кто-то прячется? Кто здесь?
Опять кто-то шуршит и гремит. Капот, этого очень страшно. Ты хочешь спрятаться за холодильником? Капу! Капу! Привет, Соня! Поехали играть! Лёва, Капу ночью не выспался. У него дома кто-то шуршал. Что ты здесь делал всю ночь? Ел? Если бы тут что-то шуршало, я хотел его найти. В темноте сложно искать. Ничего не видно. Почему ты не взял фонарик? Грузовичок Лёва поехал искать детали для фонарика. Детали. Привет. Что собираешь? Средства от бессонницы. Если экскаватор Капу найдет того, кто шуршит у него дома, он больше не будет бояться и сможет сладко спать. Тогда держи. Лея тоже хочет помочь друзьям. Привет. Смотри, что мы привезли. Детали фонарика. Корпус, похожий на трубу. Передняя часть, пошире. Отсюда фонарик будет светить. Задняя крышка. Рефлектор. Это зеркало будет отражать свет лампочки вперед. А вот и лампочка. Закроем лампочку защитным стеклом. Кнопка включения. Смотрите, чей-то след. Сейчас посветим. Ой, машинки забыли про батарейки. Привет. У нас фонарик не светит. Зачем вам фонарик днем? У Капу дома завелся шуршунчик. У тебя есть батарейки? Выбирайте! Слишком тонкая. Не-а. А это подойдет. Вставим батарейки в фонарик. Кажется, работает. Спасибо, грузик. Фонарик работает. Значит, можно ехать к Капу искать шуршунчика. Смотри. Сам смотри. Дырка. Вот как шуршунчик попал в дом. Сегодня я его поймаю. А можно я тоже буду ловить? И я. А мне страшно. Не бойся, у нас есть фонарик.
На улице стемнело. Капу включил фонарик. Давайте искать Шуршунчика. Мячик! Ой, Капу, свети туда! Смотрите внимательно. Где он? Трактор! Это котенок! Малыш, мы тебя не обидим. Котенок! Капу решил угостить котенка молоком. Как хорошо, что Шуршунчик оказался не страшным, а милым и пушистым.